Первое, что я хотел бы спеть, песня, которая посвящена Хануке, я недавно вычитал, к своему удивлению, что Хасмонеи, Матитьяху, который повел еврейский народ, построил Масаду. Под его руководством была построена крепость Масада, которая через 200 лет стала центром известных исторических событий. Вот если бы Высоцкий хотел написать что-нибудь про Хануку, это звучало бы примерно так. Мерцал закат, как блеск клинка, нам до темна укрыться надо. Он будет завтра, а пока отряд шагал за облака и поднимался на Масаду. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Вот море мертвое внизу, а мы пока еще живые. Отсюда нас не унесут, тут только мы, закон и суд. Мы здесь деремся не впервые. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. И нас запомнят на века, и в нашу честь зажгутся свечи, и будет праздник Ханука. Знаем мы наверняка, еще не вечер, еще не вечер. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.